Всем привет! Давайте сегодня приготовим салат на маску. Для этого возьмем куриные яйца, отварим их в течение 15 минут. Возьмем сельдь, очистим ее, отрежем голову, выпотрошим, удалим шкурку, отделим от костей. Селедку мелко нарежем, в процессе этого удалим встречающиеся кости, возьмем лук и также мелко нарежем. Приготовим соус майонез. Для этого возьмем подсолнечное масло, добавим 2 яйца, добавим яблочного уксуса, добавим соли и я еще добавлю немного горчицы. Блендер опустим до уровня яиц и начнем мешать. Через пару минут майонез готов. Возьмем укроп и мелко нарежем. Готовые яйца также мелко нарежем. Соединим в чаше яйца. Селедку. Лук. И укроп. Добавим майонез, количество определяйте по своему вкусу. Я сделал более жидкий вариант, добавил хорошее количество майонеза. Наша намазка готова, выложим ее на хлеб и можно кушать. Намазка очень вкусная, сочетание яйца, рыбы и укропа. Эту намазку можно использовать как отдельный салат, ну или как я использовать бутербродов.